Добрый день! Я вас принимаю у себя дома, в Париже, в нашей квартире, где мы живем с моей женой Югет. И мы хотим отметить, что сегодня праздник нашей дорогой Айман Мусахаджавы. Ваша удивительная и знаменитая скрипачка. Я с ней знаком уже немало лет. Последний раз, что я был с ней, я был приглашен с моей женой в дворце Людовика XIV Версаль, где она исполняла много красивых музык и особенно сыграла замечательную пьесу Юлия Масне. Meditation, говорится по-английски. И это был прелестный вечер, после этого был замечательный ужин. Мы могли оценить громадный талант нашей Айман, которую я нежно люблю, прошу прощения перед своей женой, но это так и есть. И она замечательный человек, щедрый, умница громадная, талантливая, это уже все знают, весь мир ее аплодирует. Мы стараемся посещать все ее концерты, когда они происходят в Париже или в окрестностях Парижа. И в этом случае это было в Версале, последний раз. Я ей благодарен за все, что она делает для музыки, для нас. Нас очаровывает своим талантом. И действительно дает замечательные моменты вдохновления и радости, и замечательных моментов. Спасибо вам, Айман, за вашу доброту, за вашу красоту. Это мужчина вам такие делает комплименты, это нормально. Вы нас очаровываете очень уже много лет. И в этот день вашего дня рождения я вас поздравляю, с женой вас целую и надеюсь скоро вас увидеть снова. Спасибо за все. Курметте Айман Ханым, сизди туган күненезбен хуттиктаймин. Уважаемая госпожа Айман, позвольте мне поздравить вас с днем рождения и пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Оставаться всегда такой же очаровательной и прекрасной, как вы есть. Семейного счастья, чтобы шанирак вашего дома был всегда высоким и наполнен теплом, уютом и любовью. Любить и быть любимой, всегда быть окруженной цветами и поклонниками. Если уполномоченный посол – вестник мира и дипломатии, то вы – посол мира и красоты в высоком мире искусства. Через свой талант вы вдохновляете людей, несете им радость и высокое наслаждение великим искусством. Желаю вам творческих успехов, дальнейшего процветания и новых достижений на вашем поприще. Дорогая Марка Жибековна, от всей души хотел бы вас поздравить с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие-долгие годы. Хотел бы выразить вам огромную благодарность за вашу поддержку, то, что вы всегда нас поддерживали и в годы учебы, и даже сейчас. И вы не только нас поддерживали, но также и верили в нас. Вспоминаю несколько историй, я к вам пришел домой на специальность в Алмате. Говорите, Володя, через 10 дней ты должен играть концерт Бруха с оркестром. А тогда я Бруха играл, но первую часть, и то так, может быть, по-моему, не совсем она доучена. Не совсем концерт был доучен, а нужно было играть полный концерт. И вот за 10 дней я подумал, что это вообще нереально, но пришлось сфокусироваться и подготовиться. И я выучил концерт наизусть и сыграл с оркестром. Это был тоже колоссальный опыт.
после этого опыта, в принципе, мне никакая ситуация не страшна, потому что что может быть страшнее выучивания концерта за 10 дней. Спасибо вам большое за ваш пример, за вашу поддержку. И всегда оставайтесь такой же открытой, жизнерадостной, молодой и красивой. Чао, ман, танте аугури, да, ада квелино, бажоне. E speriamo di vederci presto e di collaborare ancora insieme, di fare tanti bei progetti insieme. Auguri, un bacio. Уважаемая Айман Кажабековна, в этот замечательный день примите наши искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья, успехов. Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к любым возникающим проблемам отличают вас от талантливого организатора и авторитетного руководителя. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и оптимизмом. С днем рождения, дорогая Айман Кажабековна! По-итальянски «Tanti auguri, di buon compleanno». Уважаемая Айман Кажабековна, от всей души хотели поздравить вас с днем рождения. Спасибо вам всего за сегодняшний концерт. Хотел пожелать бы всего наилучшего, чтобы было у вас все хорошо и творческих успехов. Айман Кажабековна, понимаете, уникальный человек. Я просто удивляюсь тому, какую нагрузку она выдерживает. Помимо того, что она ректор консерватории, ну, университета, извините, я называю по привычке это консерваторией, она еще блестящая солистка, она еще и художественный руководитель оркестра. Я хочу ей пожелать только одного, чтобы она была всегда здорова, чтобы у нее всегда хватало сил на ту массу дел, которые она совершает, и то, что она делает для всего Казахстана. Потому что, извините, вот больше всего знают артистических каких-то вот персоналей, которые прославляют Казахстан за рубежом. И это совершенно потрясающе. Айман Кажабековна, здоровья и сил. Огромное вам спасибо. Уважаемая Айман Кажабековна, поздравляем вас с днем рождения. Очень символично, что в эти весенние дни появился на свет такой уникальный человек, который своим творчеством пробуждает в нас самые прекрасные чувства. Желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы бесконечно дарили нам свое искусство. Поздравляю с днем рождения. Құрметті Айман Кажабековна, туған күніңіз құтты болсын. Сізге біріншіден зор денсаулық, қажымас қайрат және алдыңызға қойған барлық армандарыңыз орындала берсін деп барлығымыз тілектеспіз. Отбасыңыз аман болсын, балаларыңыз аман болсын. Және де осы өзіңіздің бүлдіршінде өсіріп жатқан осы Қазақ ұлттық академияңыз, музыкалық академияңыз болашақта үлкен жетістіктерге жете берсін. Ол жетістіктер сіздіңізде жетістігіңіз болып есептеледі. Сондықтан сізге біріншіден тағы да бір тілейтініміз зор денсаулық. Аман болыңыз. Рахмет сізге үлкен. Дорогая Айман Кажабековна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, во-первых, крепкого здоровья, счастья, чтобы все у вас получалось, чтобы вы всегда радовались жизни. Пожелать вам, конечно, побольше концертов, творческих побед, новых талантливых учеников. И очень рад, что учился под вашим руководством, сейчас работаю под вашим руководством. Благодаря вам много чего повидал, много чему научился, познакомился с хорошими людьми, с хорошими музыкантами и работаю в данном коллективе с удовольствием. Спасибо вам большое, неиссякаемой вам энергии и крепкого-крепкого здоровья, счастья. С днем рождения! Уважаемая Айман Кажабековна, от всей души хочу вас поздравить с днем рождения, пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши заветные мечты сбывались. Я, как выпускник вашего университета, я с уверенностью могу сказать то, что вы тот человек, который действительно помогает молодым дарованиям, молодым артистам, молодым музыкантам. Хочется вас поблагодарить за то, что вы делаете для нас, для всей культуры нашей страны.
И надеюсь на то, что вы проживете как минимум еще 50 лет и будете радовать нас своим творчеством. С днем рождения! Мы вас очень сильно любим. Құрметті Айман Құрыбек қызы, туған күніңізбен құттықтаймын!